еще дедушка Ваня делал? Так громко было. Да это он, знаешь, для тебя придумал новую задачку по математике. Вот. А какую задачку? Ну, смотри. У бабушки Вали было 35 тарелок. Значит, 14 из них разбились. 27, Оля. Это что? Вот так вот, да. Ой. 27 разбились. Сколько тарелок осталось у бабушки Вали? Думай. Так это дедушка Ваня вчера тарелки бил? Вот здорово! А почему он меня не послал? Анатолич, ну что это такое, а? Ну что это? Я смотрю, ты пока своим фашистским танком по всему моему хозяйству не пройдешься, ты не успокоишься. Иван Иванович, вы же за рулем моей машины сидели, вы! А за рулем моей вы сидели! Ну, и что? А я тебя предупреждал, не дергай! Я тебе говорил, что если с моей ласточки что-нибудь случится, я тебе... Что? Это что с машиной случилось? А это, Валюха, на старости лет сват из меня гимнаста сделал. Какого гимнаста? Что ты мелешь? Супергимнаста! По его, получается, я сам себя в зад поцеловал. Юра! Да? Что произошло? Ну я не знаю. Да что тут говорить? Все, тут решать надо. Машина ударена, значит, ремонта 1000 на 3 будет. Плюс моральный ущерб. Это ж не машину, ты часть меня покалечил. Иван! Что, Иван? Это не сват, а Армагеддон ходячий. Машину разбил, сарай завалил. Ой, какие вы принципиальные. Да. Два. Ты еще. Алло. Бананом, Машка. Привет, бабушка Оля. Папа сейчас не может подойти, он с мамой ругается. Ты о чем ты думаешь? Ты не разговариваешь и бросаешь трубку. Наверное, у папы кто-то есть. Вот тут вот уже это все, вот тут вот подступило. Слушай, а какие проблемы, а? Иди гуляй! Развод еще никто не отменял. Развод? Да. Очень смешно. Обхохочешься. Мама говорит, что будет развод. Да я не знаю. Но папа говорит, что это будет очень смешно. Хорошо, спокойной ночи. Привет, бабушка Валя. Вот тут вот подступила. Какие проблемы, а? Иди гуляй! Мама не может подойти. У них с папой развод. Все, были и ночи. Какие вы принципиальные. Очень смешно. Бросил Геракл свои сандали кожаные, шел в Турции, за немеренные деньги были куплены. И спустился со своим верным другом Иолаем Николаевной в болото с Ларнейской гидрой сражаться. Потому что в такой грязюке еще не такая гадость завестись может. О, докатились. Бабы пашут как лошади, а мужик сидит, языком трепет. Но. А тебе напомнить, Валентина, почему мы до такой жизни докатились? Так что не надо. Дедушка, не ругай их. Вот. А ты не выгораживай их, женек. Провинились, а так пусть выслуживаются. Делов у них много. Ты смотри, а дитё сидит целыми днями в четырех стенах, как каторжная. А тут же Крым, природа, достопримечательности. Сколько дворцов, парков, сколько, а? Музеев сколько! Это ж красота какая! Все, завтра едем на экскурсию, я решил. Здорово! Куда, дедушка? На Массандровский винзавод. Это храм Диониса. И ваш тоже, Иван Степанович. Цыц! Молча работать. Варка! Ну совесть у тебя есть вот это? Что вы говорите? Ты ж не всех людей распугаешь. Мы ж договаривались, что шум и уборка только у пенсионеров.
пересменку. Так у меня есть пересменка. Так у меня ее нету. Мой газон, когда хочу, тогда и стригу, ясно? Ты где тот газон увидала? Лишивая полянка, а шуму надела на все футбольное поле. Ты ж машинку спортишь, возюкаешь по щебню. Так это ж моя газонокосилка. Захочу и по асфальту возюкать буду. Я женщина одинокая, мне помочь некому, так что придется потерпеть. Привет. Иди ты. Ты куда полез, дурень? Тебя ж там током шибанет. Не шибанет, не кипишуй, Валюха. Хочешь, я тебе фокус покажу? Ну. Гляди. Ну как? Ну. Чего? Ну, я говорю, фокус. Я от Лариски запитался к нам, вот смотри, у нас свет горит, а счетчик не крутится. Пишу. Кому я это все объясняю? Иди, говорю, все, иди, посуду мой, все, иди. О, ты, Господи. О, Анатолий! Иди сюда, иди, мужик мужика поймет издалека. Иди сюда. Гляди, как? Простите, Иван Степанович, я что-то не понял, что как? Как, я спрашиваю, как высшее образование могло убить в тебе мужика? В смысле? Иди, Валюхе, помоги посуду помыть. Эх! Господи! Спасибо вам, люди добрые, за все хорошее. Не поминайте лихом, если что не так. Да пошел ты. Я пойду, Ванечка, пойду. Ты мне только документы дай. А то ж меня на любой станции остановят. А что я им без паспорта покажу? Без паспорта, говоришь? Да, Валюха, финансовое положение мы, конечно, с тобой не поправим. А вот моральную компенсацию я тебе гарантирую. Бросай вещи, каторжанин. Они тебе еще долго не пригодятся. В смысле? Хороший. На том спасибо.
У вас очень красивая жена, Иван. Но то, что вкусы у нас сходятся, это я уже понял. Поэтому и спрашиваю, что теперь? Скажите, а вы никогда не бывали во Фландрии? Ее еще называют Фламандией. А вы никогда не бывали в БСМП? Ее еще называют больница скорой медицинской помощи. Иван! Боюсь, что вы меня не так поняли. Разрешите представиться. Кречетов Савелий Аристархович. Художник-портретист. А, так это другое дело. Я бы хотел написать портрет вашей жены. Так что, честно, художник, да? Ну да, самый настоящий. Ну так что, как с портретом? Да я, в принципе, не против, Валюха, ты как? Да какой там портрет? Нашли тоже мне в отделе. Сон Диогена. Хотел. А, не-не-не, сегодня никак. Да я тебе говорю русским языком, сегодня никак не получится, все. Лора. Что? А кто это? Да Борисыч. А что он хотел? Да, чтоб ты на газели в город товар отвез. А что он тебе только звонит, да? А мне нельзя? Тю, а я почем знаю, Мить? Да, наверное, ж понимает. Что с тобой говорит, что головой об стенку биться? А со мной дело иметь можно. Лор, ты, если что, смотри у меня. Ты ж мое, Отелло Кучугурская. Иди сюда. Что? Шо? Не помешала? Помешали. Я старалась. Чем обязана, Ленька? Гражданин Дергович. Да? По сведениям администрации, данная особа не является вашей законной супругой. Какое это имеет значение? Огромное. Позвольте процитировать. По правилам нашей гостиницы, граждане, не состоящие в законном браке, не имеют права занимать один номер. Так что женщине придется искать себе другое место. Что за бред? Не надо мне оскорблять, я при исполнении служебных обязанностей. Гостиница у нас советская, правила действуют образца 1980 года. О, кстати, приносить с собой и распивать спиртные напитки тоже категорически запрещено. Саш, ну что ты молчишь? Ты собираешься с этим что-то делать? Ну а что я могу сделать? Правила. Потом, в конце концов, поживешь в соседнем номере. Ты же сама говорила, что мой храп мешает тебе спать. Свободных номеров нет. Как-то нет, когда есть. Беркович, вы директор гостиницы. Все свободные номера забронированы. Беркович. Что, Беркович? Что, Беркович? Что я могу сделать? Сан Саныч. Да. Вам седалище не натерло шея Юрия Анатольевича? Не пора ли его расседлать? Я его седлал, позвольте вам заметить, Ольга Николаевна. Когда я оказался на этом
теплом месте оно было уже сильно нагрето. Мне до вашего умения ездить на Юре еще, ой, как далеко. Ваня, вы кто? Ваня, он убьет его! Это я вас сейчас убью! Оставьте мне хоть что-нибудь! Вот вы где, любовнички! Попались! Коля, это... Да ну! Коля, не надо! Коля, это не то, что ты подумал, Коля! Коля, не надо, Коля, не в этот раз! Профессор не такой уж и старый! Спасибо за комплимент! Не надо, пожалуйста, Коля! На здоровье! Какой муж? Единственный! Это ж я его послала у номере прибраться! Я хозяйка гостиницы! А что? А я пыталась тебе это объяснить, а ты сразу с кулаками. А где Беркович? Что у вас? Что происходит? Вот ты за кофе! Сан Саныч Беркович! Здрасте. Здрасте, Беркович. Да что там говорить? Нашу гостиницу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Внимание на экран. Дорогие товарищи, мы рады сообщить вам, что у нашей гостиницы 4 звезды. Что может быть вкуснее газированной воды? Только газированная вода с сиропом. Дядя, дайте копейки. Для тех, кто живет в Союзе, нам воды не жалко. В нашем тренажерном зале каждый найдет для себя подходящий тренажер. Итак, каждое утро... Активней, Валентина Петровна, активней, активней. В том числе и тренажер для интеллектуалов. Курорты,
Добро пожаловать к нам, Советский Союз. А бутерброды? Дорогой Леонид Ильич, это не мы решили, так решил народ. О, спасибо, благодарю. Сообщить, что вот только что наш отель получил 5-ю звездочку. Вот так. Так что ура, товарищи, за работу.